Сегодня в Саратове стартовал Обилимпикс, региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству. В турнире соревнуются инвалиды и лица с ограниченными возможностями. Все проходит в Саратовском колледже водного транспорта, строительства и сервиса. Здесь школьники, студенты и уже специалисты. Всего более 70 участников. Соревнуются столяра, швеи, кондитеры, слесари, флористы, штукатуры и даже массажисты. У массажа есть определенная последовательность. Тем более у массажа общего, лечебного, неважно какого. Вот. То есть первым делом идет поглаживание. Потом растирание, разминание, валяние, ну и общие приемы. Вот, поэтому это самое важное. То есть, если конкурсант нарушает и делает, предположим, первым делом растирание, а потом поглаживание, то значит сразу балл снимается, это уже неверно и неправильно. Впервые соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов прошли в Японии. Было это еще в 50-х годах прошлого века, и затем чемпионат стал международным. Помимо России, Обилимпикс прижился еще в полусотни стран. Есть даже международная федерация этих соревнований, она находится в Боготе, что в Колумбии. У нас все компетенции наиболее зрелищные, что начиная от флористики, заканчиваем массажем. Массажи прям хочу отдельно выделить. Они в этом году у нас участвуют впервые в категории специалисты. Флористы уже, как я говорила, третий раз. У нас очень красивые компетенции ремонт обслуживания автомобилей, поварское дело, кондитерское дело. Организаторы надеются, что благодаря Обилимпикс молодым людям будет проще сориентироваться, правильную ли профессию они выбрали, и, возможно, даже найти свою будущую организацию. Победители Саратова примут участие в отборочном чемпионате Обилимпикс 2019, который пройдет уже в ноябре в Москве. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов 24.